И снова здравствуйте, всем привет. Blender 2.79 не отпускает меня. WordTense этот. Захотелось вот именно сделать так, чтобы на поле вот эти вот все части гранаты, потом вот эта аптечка, ну и другие предметы крутились. Давайте посмотрим, как это все сделать можно. Итак, и нажимаем по прошлым роликам. Вот танк ездит, все нормально. Ничего он пока не зацепляет. Ну вот такая движуха. Нужно теперь поднастроить танк, поднастроить именно вот эту аптечку. Аптечку выделяем правой кнопкой мыши и делаем Ctrl-C. Переходим на второй слой и делаем Ctrl-V. Вставляем ее сюда. Так, следом переключаемся на первый слой. Здесь вот есть боковая панель Game Property. Эту аптечку вот можно теперь удалить. Delete и добавить Shift-A. Добавляем Empty. Plain Access. Вот это. Приподнимаем чуть-чуть. Вот таким вот образом. Где-то вот до такого уровня. И давайте все это дело теперь настраивать. Переключаемся на аптечку. Выделяем ее правой кнопкой мыши, и аптечке нужно поставить столкновение. Сразу добавим Game Property, назовем все это дело аптека. Enter. И переименуем ее вот здесь вот тоже. План 03. Назовем аптечка. Добавляем сюда коллизию, столкновение. Столкновение будет с танком, так что переключаемся на первый слой, выделяем правой кнопкой мыши танк и добавляем ему вот эту вот Game Property. Пишем танк. Переключаемся на второй слой, выделяем аптечку и пишем вот в этой функции танк. Enter. Теперь ставим ему именно... Так, находим Edit Object и ставим ему End Object. Убрать объект. Так, теперь проверяем на первый слой, заходим, включаем P английскую, и вы видите, что не появляется аптечка. Нужно настроить теперь вот эту вот пустышку. Выбираем правой кнопкой мыши пустышку. Добавляем ей опять же Game Property и ставим пустышка, пишем. Enter. Убираем и добавляем вот этой пустышки. Так, Always всегда. А здесь ставим активатор Edit Object. И вот здесь вот, где Object, ставим именно аптека. Вот здесь аптека. И соединяем все это дело. Теперь смотрим P английское. Включаем. Вот аптечка уже появилась. Дальше настраиваем все это дело. Побольше поставлю так. Переключаемся теперь на танк. Танку нужно поставить. Вот здесь вот добавляем еще одну Property, Game Property, называем скорость. И добавляем коллизию, столкновение. А здесь добавляем Motion. В коллизии ставим вот здесь вот именно аптека, пишем аптека. А вот в Motion, так, в Motion, убираем это не Motion, ставим Property, потому что вот здесь стоит Property, и ставим здесь, значит, скорость и 10. Enter. И все это дело соединяем. Ну, чтобы вот эти вот вниз не выходили, их тоже можно закрывать, вот эти окна, чтобы ровно были. Так, все здесь стоит.
Теперь опять же переключаемся на второй слой, находим правой кнопкой мыши именно вот эту аптечку и продолжаем дальше настраивать. Ставим ей Always всегда, а здесь ставим так Motion и ставим вот здесь вот по оси Z ставим 5. Enter. И включаем вот эту букву L. Все это дело соединяем. И смотрим, что будет дальше. Переключаемся на первый слой. Жмем английскую P. И вот вы видите, что уже аптечка крутится. Теперь можно ее вот так вот подсобрать. Но почему она не собирает? Нужно еще, как в прошлых роликах, вот этому танку ставим физику. Ставим характер. А вот этой empty ставим, видите, здесь no коллизия. Ставим именно динамику. Ставим P английское и смотрим. Вот теперь мы все собираем, аптечка крутится. Также можно в game поставить show debut properties, вот это включить. И смотрим дальше. P. Вот. Аптечка крутится, вертится. Оба. И не крутится. Проверяем, что тут еще можно добавить. Это все пока закрываем. Здесь у нас пустышка. Как настроен танк, скорость стоит. Ну и аптечка. Всегда коллизия, исчезновение и Simple Motion по оси Z 5. Ну вот такая вот штукенция. Переключаемся, еще раз смотрим. Единственное, вот что кресты не показываются. Можно поменять именно ось вращения. Если мы поставим теперь аптечки, допустим, не по Z5, здесь ставим 0, Enter, а поставим по оси X. Смотрим теперь на первый слой, заходим на игру и жмем P. Вот теперь будет крутиться вот по этой оси. Проверяем пустышку. Попробуем тут поэкспериментировать и тоже поставим. Давайте 10 P. Ничего нам это не дает. L включаем и ставим тут 5. Enter. P. Ну, в принципе, Add Object никаких таких изменений сильных не дает. Он 0. Ставим, ну, один можно попробовать, ну, опять же, в качестве эксперимента. Вот уже ничего нету. Так, это убираем, L отключаем, Add Object, End Object, Track 2 попробуем. Тоже ничего не получается. Add Object, P. Вот теперь все крутится по одной оси. Вот такой эксперимент, вот такая штука. Единственное, в чем не пойму минус, что то крутится нормально, все кресты видно, то не крутится. Можно в game deprecation вот это отключить и попробовать, как будет выглядеть. Вот уже появились кресты. Так, смотрим вот с этой стороны. Жмем P. Вот тут крестов теперь нет. Если ставим вот таким боком, и, то вот все кресты появляются. Давайте посмотрим вид сверху. Семерка. Колесиком уберем чуть. Вот так вот поставим.
и жмем опять же пи. Вот теперь боковые кресты есть, а верхнего креста почему-то нет. Ну, это можно поднастроить, уже не столь проблематично это дело будет. Таким же образом можно делать кручение патронов в другую ось, по другой оси. Также можно гранату, если динамит добавляете для взрыва танков, делать вот такие вот кручения. Все, всем пока, до свидания.